Ура! Начинается! Ваши дети любят купаться? Ну, тогда давайте поговорим о плавании в бассейне. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, доктор! Очень распространенная тема. Ребенок и бассейн. Речь идет о маленьких детях. Вот надо ли малышу посещать бассейн? Это про тебя. Да-да-да. Мы четко должны понимать, что бассейн – это, конечно, здорово. Особенно тогда, когда это личный, персональный бассейн вашей семьи. Ласкает слово. Да. Особенно, если вы имеете возможность пригласить к вам в дом специально обученного инструктора по грудничковому плаванию, и прямо там у вас в доме, в вашем личном бассейне, он будет вашего малыша учить. Но вы же прекрасно понимаете, что так сильно везет далеко не всем. Бешеные деньги, мам. Как правило, мы с детьми посещаем бассейн общего пользования, да, некий специальный бассейн для детей. И вы должны четко понимать, что, конечно же, посещение таких бассейнов однозначно увеличивает риск инфекционных болезней. О-о-о! Батюшки Светы! А что же делать? Вы просто должны отдавать себе в этом отчет. Я вовсе не пытаюсь вас запугать этими самыми болезнями, которые при правильной помощи проходят достаточно легко. Тем не менее, любые посещения специальных бассейнов имеют смысл только тогда, когда эти посещения – удовольствие для всех. И для мамы, и для папы, и для ребенка. Мы согласны. Класс! Если речь идет о закаливании, я еще раз фиксирую внимание, что закалять ребенка вполне можно и в обычной домашней ванне. Тем не менее, если вы посещаете бассейн общего пользования, то что я вам рекомендую? Что? Конечно же, выбирать тот бассейн, где больше воды и меньше людей. Конечно же, отдать предпочтение бассейнам под открытым небом. Конечно же, не посещать бассейны, заходя в которые вы ощущаете резкий запах хлора. Заметано? Угу. Конечно же, в детских бассейнах дети плавают в специальных трусиках или в специальных подгузниках. Ну, а еще напоите ребенка хорошо перед купанием и позвольте ему плавать вместе с пустышкой. Это уменьшит количество выпитой в бассейне воды. Приятного вам плавания и будьте здоровы. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.